Он же написал, что пошел в туалет. Ого-го. Ответишь на один вопросик? А сколько клеток в одноклеточном организме? Понятие. Одна на лето. Не знаю. Ты у Виталика спросил, знает это. Он же самый одноклеточный примат. Почему ты меня оскорбляешь? Нарываешь? Ой, Виталик, черт, я вас путаю иногда. Спроси об этом Диму. Ой, Виталик, я бы обиделся. В смысле, блядь, ты меня перепутал с кем? Я вас путаю. Не со Славой. Охуеть просто. Вы очень похожи, что это ничего с вами путает. Я ебал, спасибо всем за рейд. Крузерштейн. Иди пока мы... Крузерштейн, КВРК, слышишь? Мы в туалете. Просто через стенку живем. Ты в ванной, да, он в туалете? Не, одно и то же. С одной стороны где трэш, с другой стороны где трэш. Нужно еще рост дать. Очень нормальная тема. Еще бы два пункта одновременно лупаши. Блин, я тут хочу, что такое случилось когда-то. Потом смотри. Славик прям потечет от такого мувика, блин. Видите этих троих, остальная куча. Если бы еще на боссах этих были лужи, которые можно вынести в другие лужи. И все одновременно, да? Два босса, лужу на лужу, блядь. И он еще на первом месте в поле пристегнут. Я пока говорю, у меня уже встает, блядь. Не вижу. Подождите, Ваня, я так и не разобрался. Да. За что я тоже не понял, за что ты Димой он меня путает. Я вот не пойму, как бы много вариантов, да? Тем более одноклеточный, уточним, блядь. Ты вообще спрашивал про одноклеточный? Крузенштейн. Ну я просто не всех по голосам знаю, блин. Крузенштейн. Ну хоть Диму с Виталиком не путай, уже хорошо. Да. Добухался ты, мне походу. Еще другие шефы бьют взрывом разума, боже, рай. А ты одноклеточная, хочешь МК? Ой, Виталий, хочешь МК? Уже подумала, блин. За уши. Кстати, это же хант Лёхи, да, который First Life, не? Или это... Какого Лёхи? Нет. Это Дэйва? Кстати, Дэйва, а у того я не помню, какой был. Крузенштейн, ты тут? Да. Портуйся быстро, спеть меня себе исцеление клетка, что было вкачано. Кому твоя шпина?
Буждение в древних. Ага, увидел. Все, портуюсь. Тебе поставить портальчик? Да, в тундер. Ну, громовой. Понял, сейчас закидаю. Это все такие песни. Алло. Нежный ты. Спех идет спокойно менять, ему еще порт ставят, но вообще. Ага, сколько физически? Это талант, что ему прям надо срочно туда идти, где он будет хилить. Даже, по-моему, этот дамаг уменьшает или что-то. Физурон пациент. 10% урона. Ну, так это, в принципе, это важно. А у нас есть Холи Прист, а это ДЦ, извините. Извиняем. Спасибо. Так что, все равно, ну, спекать? Да, меня и спекать. Да, 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 потому что ДЦ там танком особо не хилит возьми. Блять, кто этот портал поставил? Стасичка. Думал, там давай этот на сум тыкнуть, тут в гаражан поставили. Тебе месть. Засылка. Как ставить портал в гаражан? Будешь по КД теперь в гаражане появляться. Так я сейчас там КД на гаражан побежу, что одного босса убью. Рискат, ты свет танчил уже двоих? Будешь, да, я не помню. Смоньте меня, я уже в инсте докидаю талы. В инсте кидаешь таланты уже? Не, докидаю таланты в инсте. Дайте пороги бафа. Тыкните. Поклонский, мизантроп, вефа. Да скопировать. Мистер Икс, чего не хватает. Бахнули, Влад. Лапу дайте друга. Все, начинайте там. Видите, как глухую прожал, да? Рискат танчит основу поклонски первую копию. Милая киска, вторую. Че там, убили раз, не? Да нет, второго мини-босса пьем. Че, будет еще одна РС, кстати? Ну, наверное. Да, ну точно. Че ждем? Начинаем. Цирк приехал. Yeah.
страдание! Заберите. Походи просто. Не от рейда, но поближе к рейду иди. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Бафы под ИК и представляете? Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Алекстраза выбрал достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была классная Обратите атакой вас. Руководил кровожадный Зарик. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить своего ЦК типа взял, которого качает. Какой еще вент спился. Поезда МП5 по крестам. Поставьте рыбу. Так, первая пати тьма, все остальные свет. Всему. То есть начинает Поклонский и Тьмо. Третью фразу свет рискат танчит. Милая киска, мелкий трэш. Тангра, Кокосина и Крузенштейн. Крузенштерн хилят Тьму. Рестер Икс и Точняк хилят свет. Кокосина диспелишь все. Шамана тоже диспелит по стрелам, не вкачал диспел. Свет диспелит хилика. На второй фазе зальете ману Крузенштерну, на третьей фазе Ристерексу. Пухнастик зальешь Крузенштерну, как только во тьму зайдем. Мизандроп чуть позже. А кто танк во тьме? Все, Поклонский. Так, посмотрите сейчас четвертая пати, все кроме демонов. Линал же демон у нас, да? Да, все кроме демона, Хилика, Айкен Блинк, Вефа и Фриэля, стойтесь добивать больших. Крузенштерн во тьме. Хилишь только танка, в основном волнами постоянно поднимаешь его. Если на тебя кидается метка одновременно с лезвиями, то есть включаешь звук, слушаешь, если Хелион сказал «остерегайтесь теней»,
и на тебя китается метка. Эту метку несешь ближе к морде. В общем, и все. Там остальные все просто назад уносишь. Чек на готовность. Добычу смени. Сменяю. Сделал тебя ответственным, у меня и по ГП здесь отключен. Влад, Дессер тут. Дай только ассиста, чтобы сейчас заявление кидал. Что? Ассиста, чтобы... Да, через объявление. Через Антон. Этот. Ваня Варенька ответственный будет за добычу. И ему пиши. Тангра. Отец огурец вылетел, написал. То пишет, ну, то, что будет. Ждем его и будем начинать. Мне повезло, очереди нет. Как осень, конечно. Как осень, напишка, будешь готова. Она в ШП будет, я спекну с ДЦ. Все. Все, давайте начинаем. Начинай как он сказал. Десантка. Влад. Привет. Перебежали. Сразу заходи, рейд ждем. Рейд зашли. Если посмеете. Звезду встали. Только у малых опасно. Рейд старый метр.
радиста мерка, заходите, если добили. Породистый. Добили? Да, заходите, там доты добьют. Заходите. Слышь. Ближе к морде сейчас метку. По 8. Пятьдесят 4% или наводка. Сколько? 51. Ждем метку, потом будем выходить. Берем пока хилика, метка. Все, выходим сверху. Дали святой рост. Точнее, пилька. Перебежали. Дали во тьме рост, свет в трэш, уже в рейд. Ресторик с меткой. Хиль себя. Во тьме рост дайте. Во тьме рост дайте. Бьем босса, не бьем, только трэш. Все, бьем босса, финал метка. Просто через взрыв бейте. Бьем. Перебежали. Сейчас стопать будем. Все, стоп, свет. Не бьем босса. Ждем трэш просто. Породистая метка. Неси до стены. Породистая метка. Бьем босса. Перебежали. Ух, Настик, подними ветку. Бьем трэш. Настик, метку только вынесешь, потом поднимешь. Дайте и на Ресторексу. Виталик, дай им на ману. Диспельте! Перебежали, а. Прожмись, искат. Крузенштейн, встань. Блять. Падаем. Падаем? Да, падаем. Чуть не повезло. Как там шаман номер 8? Не, да я бегал, не диспелили. Там все спелили. Ты должен был вкачать себе этот диспел и сам себя да. Диспелить. Почему там ты не вкачал, блядь, диспел? А за диспел счет какого таланта? Пожертвовать. Нахрен тебе эти 15-20 СПД с таланта? Они тебе абсолютно никакой погоды не делают. Ты это, не это вкачал энг ветки. Апнутый язык пламени. Ну, ты понял. Оружие земли. Это бесполезный талант. Ты не вкачал ни. Короче, ни инстант каст, ни диспел, ни крит. Тот талант не качается в РШ ветке. Вон, посмотри у рестора, как вкачано это. Сходи, скинь и вкачай. Мы тебя присмоним. А вам какой-то напишет, что сдиспелило с тебя? Ну, она сдиспелила, но я бегал там, пока она сдиспелила под стенкой.
Кстати, что-то такая же фигня, добегайте до стены. Что-то мне жалко этого шамана. Поставьте громовой. А потом уже докачаешь. Да, давай уже убьем, потом прокачаешь. Это не столь важно. Это минута. Там тренер сразу над порталом. Пожалуйста. Поставьте шкаф сразу. Даня, у тебя есть флоска на хп? Нет. А Ваня, у тебя есть? Я беру флоски. Могу купить даже за сотку у колда. Во тьме сильные ДД. Как там пулпер, потому что? Дима разрыватель. Она говорит мне маг без ДПС. Че, Димон, как там твой ник переводится? Пульпит. Кот вообще вон в гильдии ник ДК апчхи. Есть джипс у кого-нибудь? Поставьте мамонта и все. Сейчас рыбу поем. И все. Бахните лапы. Только не забудь таланты на панельку выставить. Вот все же выставляю. Все, ждем только тебя, скажешь, когда будешь заходить за линию. Готов? Да. И начинай попробовать. Перебежали. Сразу заходи, рейд, бежим. Вы найдете лишь страдания. Зашли рейд. Убейте, если посмеете. Да!
заклинание. Породистая метка, заходите, если убили. Сейчас бейте. Все, заходите. Горн. Ближе к морду сейчас метку. Пупер. Процент? 54. Против Штерна. Бенг по боссу. Хилика метка, выходим в свет. Дали рассудок. Беги, малышка, беги! Перебежали. Дали во тьме русы и бим трэш. Все боссы не бьем, только трэш. Бьем босса, рестрикс метка. Прибежали, близко не тёр. Так, все, стопаем свет, босса не бьем. Ждем трэш. Лужа в рейд, бьем лужа в рейд. Поставил тотем. Поедем. А, ты его во тьму. Ничего. Ну, я рогу нужен. Бьем босса. Перебежали. Так, Настик, метка. Дайте ему на Ресторикс цвету. Трескат прожмись. Ты блин сдал? Перебежали. Просто прожмись. Точно, метка. Дальше отведи трэш. Бьем только трэш свет. Броня. Мизантроп, поднимай быстрее, пухнастики. Быстрее, поднимай, мизантроп, мизантроп. Как же долго, перебежали. Бежим, бежим, бежим. Бейте босса, побейте немного босса, потом трэш. А, добиваем босса, добиваем босса, что я не вижу вообще. Забейте ману шаману во тьме. Это все убили. Бейте босса. Моя первая РС-ка. Так у меня
у Пухнасика был камень. Он не встал, что ли? Там прошел уже КД камня. Ты когда ему давал? В начале боя? Не-не-не, нужно третий фазе давать, он слетает после...